А тут можно упасть в раскаленное это железо из косплея Терминатора? Не знаю, попробуй. Так, перезарядка или дальность? Перезарядка. А то возьму дальность и буду как ты, блядь, какие-нибудь шипы улетать там. Ух, ебать, им клёвый. Мистер Харри и мисс Джуди, я впечатлен. Я почти sorry you won't be here to witness the lethal glory of my new drug. Kill them. Убить их и уехал. Сколько уже уровней, блядь, начиналось с киллхэм, блядь? Почему мы до сих пор на это ведемся? Нужно его остановить. Чё? Они в спину ваншотятся? Они в спину тебя ваншотят. В смысле? В смысле не в спину, когда я бью их в миле? Нет, ну в миле, наверное, они знают, что они в спину. Ой, это снайпер баный. Победите снайпера. Возле стены, понимаете? Просто к стене прижиматься, типа он не попадет. О, у меня огнемет. Есть. Ой, у него тоже. Огнемет тоже. Ну. Че, он испугается обжет? Трр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 рr Ай, ты что там лег? Последнюю поймал. А где эта хуйня? Что, что у тебя, реликвия или что, чтобы поднимать, наверное? Проходи вот здесь. Усилением, которое больше. Так мы больше не находили усиления, у меня только два. И они лежат. А пляж милишник, да ебаный рот. На нахуй, ебать, ты это видел? Ох, помощь мне. Мне. Ебать, а что-то. Ладно. Ну, там автомат есть. Да, автомат не в тему. Короче, надо релизы Герри, надо по КД брать. Все нормально? А что происходит? Мы должны каждый по-своему проходить, да? Ну, да. И не справился ты. Ха. А что делать-то? Он опять убегает. Так, я открыл. Скучал. Вау. Он там есть, снайпер, осторожно. И чё, а мне как проходить? О! Вот тут было не ясно сейчас. Я в инвизе пробегу. Или засейвить инвиз. Или как думаешь, он будет в инвиз хуярить? Не будет, хе-хе.
Блять, я не застыкался вообще. Давай. Я тоже завтыкал. Я открыл. Как это вообще, блин? Ты видел вообще? Готов? Меня... Нет, не видел, я за собой смотрю. Я нажал. Ай, да, поспешил. Это не мне было. Да и мне было. Нормально. А, блядь, с этой стороны вышли. А чё, они не ваншотятся или чё, я не понимаю? Даже я их не шоту? Даже ты не скинешь шоты. Да охуеть, слышь. Так, короче, я достался спросить, например. Ну, вот один. Ты по где умер вообще? Подползёшь? Да. У нас нету этих больше. Он... Готово. А, ищи, ищи шприц. Здесь нет ни клетки. Ящики. Фух. Справа, справа, справа. Бам. Изи. Ну это прикольный уровень был, кстати. Сейчас будет еще прикольнее. Не спойлери. Для меня пока этот был самый прикольный, все. Хорошо. И не пытайся меня переубедить. Даже не буду. Вторая билка, остановка времени. А чё ещё за билки там есть? Да, блин, там ничего сильно крутого прям нет. Там... А? Можно брать всё, чтобы лачиться. А, вау, ебать, да, этот уровень круче. Ха-ха-ха, ебать, круто. И чё дальше? А? Дальше я всех разъебываю. Бля, как ты, ты когда один играешь, как ты управляешь этой всей хуйней? Переключаешься на 6 минут. Ага. Ебать, в коопе это вообще охуенно. Ага, спасибо. Не, давай я этих буду стрелять. А, ебать. Чё за начало такое? Я тогда заспавнился охуенно. Блять. Где снайпер саппорт? Блять. Да тяжело, ебать, я. Хорош. Я просто думаю, что вот этот прицел, это мой прицел, понимаешь? А я не могу представить, потому что ты ходишь туда-сюда, и экран постоянно трясется. Ага. О, повышенное усиление, быстрый бег. Хорош. Надо было в инвиз идти. Да подожди, подожди, сейчас не иди вообще. Помоги! Я у кого-то убил. Я мискликнул, дверь открыл. Сейчас, сейчас.
Не спешите. Так, стоп, давай сразу. Блять, вот это надо попасть или... Right, видишь, прячется, когда ты начинаешь стрелять. Ну ты круто сейчас сделал, смотри. Сейчас смотри, смотри просто. Хорош. Даже как-то коротенько. Да к тому, что в соло, когда проходишь, ну... Заебись-то? Бой, ну это клёвый уровень. Еще и С. Это выглядит как арена. Для босс-файта, я догадался. Спасибо, Кэп. Стоимость, длительность, зона. Зону, наверное, да? Нет, длительность круче. Я про замедление времени сейчас, если что. А, кстати, я же инвиз тогда бы не заюзал. О, ебать, он на байке сейчас будет. Собака. Победите смерть. А, на под щитом? Я как раз снимать щит. На мне какой-то... А, метка смерти. Это метка смерти, да. А, вот когда заряжает, может, я... Когда он заряжает косу, он уязвим. Да. Давай. Да хоть на как. А доджить просто в бок от него бегать? А, изи доджить, ебать. Просто сперва не понял, я думал, она как вообще какой-то бумеранг с... самонаводящийся летит. Да, все будет. А. Рубанул его. Кстати, не надо рядом стоять, а то он будет кидать в одного, ну. Кидать в другого. Да. Так. Чё началось-то, блядь? Их бить? Нет. Бить получается. Кстати, уворачиваться тоже. Не сказал бы, что... А, нет, слышь, я не смог ударить. Походу, только потому что ты рейнджевик, ты можешь их бить. Уходим! Три, слышь, что ты наебал? Он еще одну спереди кидает потом. Так, так, так. Сейчас будет, сейчас будет. Нет, не будет. Ну, давай, заводи ее. Ебашь его. Заводи ее. А там не важно, кстати, кому бить, да? Нам просто одну тычку надо сделать. Он по той же траектории кидает или что-то? Да, то же самое. Третья коса, это он сам. А со мной эта хуйня летает. Что делать? Что делать? Это будет не то, хуйня. Я не могу их ломать никак, вообще забей. Я когда пытаюсь себя бить Милли, она меня раньше убивает. А, нет, смог, слышь. Я уебал. Ну, выползай. Из этого пиздеца. Еще ударю! Есть! Хорош. Ну теперь нужна помощь. Ты мищи! Да, мне если бы на экран в малине кайф, то что это? Найс, блядь, метнул. Это было весело. Почему черепа только за мной летает? Или ты их так ломаешь быстро? Не знаю. Дохну тоже нормально. Бля, так тяжело на оранжевике черепа убивать, я ебал. Ой, на оранжевике, блядь, короче... Давай ты будешь их ломать, если всё. Проще... А они что, потом перестают бежать? Лететь? Ну, как? Они там две траектории типа меняют. Вот, вот еще. Пробуй. Не.
Видишь, он бежит, пока его не сломаешь. Бля, я не... Ты что это? Так, что-то этих пост тоже хуй придержишься, так. Двоих одной этим. Один заклинает. Да ёбаный череп! Я не могу ломать его! Не, ну против смерти Гэри вообще сосёт тут. Еще арена синего цвета и прицел синего цвета, я его не вижу вообще. Кстати, смерть огребает. Я, кстати, умер. Нет, да блядь. Почему Витя меня пишет, вы идиоте, как будто вы мне что-то обещали. Блядь. Thanks, блядь. Ладно, сейчас все будет. Ну ты ебись, череп. Да сука, я сам на них, блядь, главное паникуюсь, самое обидное. Все, давай, собрались. Да я буду косы, мне будут черепа вот эти. Я череп разминировал. Лицом? Лицом. И косу разминировал. Собрались, давай. Бля, я не успел ударить ее. Да. Ладно. Давай, собрались. Бля, у меня как будто прицел не ходит, блядь, серьезно. Ёбаный тестер. А чё за хуйня, рели? У него движения какие-то, блядь, неестественные. Сука, что-то плывем. Вообще не идет, да, вообще какой-то пиздец. Иди сюда, сука, отлично. За тобой, надо убегать от него далеко. Откуда эти вообще косы прилетели? Мы далеко от него убежали, его никто не видно. Зато косы доджить изи. Где он, блядь? Я его даже не вижу. Да, забей. Я себя не вижу, алё. Ты-то хотя бы красного цвета, ты понимаешь? Да нихуя. Крови хватает. Ок. У меня еще прицел как-то, блядь, как-то странно так двигается. Вроде такой изи, главное. Не знаю, далеко отбегать есть, если честно. Не всегда далеко нужно. Иногда далеко и кидает. Но он не докидывает, я убегаю в другую часть арены, он тупых до меня не докидывает. Это на самом деле так забавно. Блять. Я убегаю далеко, а они не долетают, просто забей. Я так же где-то и разъебывал, когда первый раз играл. Значит, просто раньше, ну, когда ты один играешь, короче, камера между ним и тобой. А здесь его может быть в принципе не видно. Ну так ты все равно видишь всегда черепа, ну кости под собой. В чем проблема? Собой, всегда знаешь. Еще раз проблем нет, мы его сейчас полетим. Блядь, двоих попал. Я на череп. А, я встал на место, где заспавнился череп. Забей. Блять.
Ну если я же отпрыгнул, блядь. Сука, я на них просто прыгаю. Как лемминги. Что это? Попал. Видел? Я прям по самому углу был. Надо было его ударить, я глупец. Нормально. Ударил лучше череп. Я бил бы череп, я бы тебя не успел поднять. Расскажи мне таким про эти. Надо далеко друг от друга стоять. Хуй с ним, надо бегать по арене просто. Ну да, вообще, тогда так сказал, надо бегать по арене. Ну да, блядь, как бы спать не надо, да. Я уже трачу. Ебать. Ударь его еще. Успели? Короче, давай ты тоже бить его будешь, когда он это тебя как-то прям. Я тоже стараюсь. Нет, у тебя просто рейнджовый, а мне надо подбегать. Короче, здесь надо проходить тупо на вот этом бабе демоне, да? Ты так проходил соло? В смысле, там черт вообще никакой проблемы не является, на самом деле. Я типа даже нет. Я с первого раза прошел это. Пусть нет, смерть вообще была основная визит. Просто надо здесь рели отбегать. Дает вкус, отбегаем, типа можно хуйню. Не работает. Это, нет, надо выносить. Там будет хотя бы. Я вообще вот сейчас не понял, как это случилось. Хуйнул просто козыву. Ну блять. Нет. Череп, череп сломай. Череп. Ну череп, он идет за мной, блять! Ебись! Хорош. Я просто мансить буду. Я буду делать все возможное, просто чтобы не вайпаться. Все остальное делай ты. Я не знал, что он внизу, Рилли. Я просто не знал, что он будет снизу кидать тебя. Ударить успел, все, уходим. Так, сейчас меня будет кидать. Иди нахуй! Не смог. Блять, да он когда в середине арены, я хуй знает, как там доджить. Меня летят. Я ловлю. Почему он сломался? Нас, отлично. Так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Ну все, ему последнего. Ёбаный череп! Ебай, я его сам сломал. Так, сейчас меня кинет. Все, он кидает меня. Я вижу, блядь. Было забавно, мы до этого момента его 100 раз доводили. Ну, в смысле, на последнюю печку. Так он еще и убежать смог? Чё, блядь? Я не хочу второй раз не драться. И 73 смерти, нахуй. Сколько? 73. Have we seen the actual reality of a monstrous crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?